Хочу принести извинения нашим болельщикам за бездарную, совершенно бездарную игру, за отсутствие волевых качеств, совершенно проиграли всю борьбу. Тот результат, который есть, полностью беру вину на себя, не настроена команда, все, ноги уже в отпуске были, все. Ну, фактор быстрого гола, наверное, сыграл какую-то роль, но так безвольно играть нельзя. Проиграли всю борьбу в центре поля, в обороне творили масса ошибок. С чем связано? Будем уже разбираться в сезоне, ну, после отпуска и делать выводы. Все. Пища для меня, как для тренера, очень большая пища для размышлений после этой игры. Подвели промежуточный итог этой части сезона. Очень хорошо, что получился именно такой. Сегодня была самая короткая установка на игру за тот период, в который я работаю с этой командой. Я просто напомнил результат первой встречи и спросил у футболистов, когда они выигрывали у «Факела» Тамбов. До этого пока этого не было. Очень рад, что мы меняем традиции. Поблагодарил ребят за хорошую работу. Очень сложно настроиться, когда у тебя уже чемоданное настроение. Но если футболисты «Факела» могли себе это позволить, то наше турнирное положение не позволяет. Рад, что опять же реализовали свой потенциал нападающий. Еще раз то, что мы говорили раньше, что мы идем правильной дорогой. Хорошо, что начали попадать в створ, а это приносит результат. Все.